Канал Ашот Ньюс 2 представляет. Вы все еще сомневаетесь в армянском сепаратизме, которым пропитаны все клетки этого народа. Перед вами рисунок из армянской группы «Армения – колыбель цивилизации». На фотографии изображение «Мать Армения». В руках ребенок с флагом оккупированного Карабаха. Рядом на мальчике слева флаг Республики Джавах. Это Джавахетия, Грузия. Слева от матери Армении. Флаг российской колонизийной Армении. Это Южная Россия. А на мальчике справа флаг Нахичевани. Это Нахичевань, Азербайджан. На заднем фоне изображение горы Арарат, или как называют турки, Агры-Дак. Это территория Турции. Обратите внимание на голубя в правом верхнем углу. Это голубь с веткой оливкового дерева. Это фрагмент из Библии. В Писании пророк Ной отпустил голубя из ковчега, который вернулся с веткой оливкового дерева. Это давало весть о том, что вода отступила. Этим фрагментом художник хотел подчеркнуть, что армяне потомки пророка Ноя, то есть первые люди после потопа. Голубь олицетворяет мир. То есть по логике этих людей, захватив территории других государств, они будут жить в мире. Честное слово, лицемерию и алчности этого племени можно долго удивляться. Пока что из перечисленных пунктов им удалось на время оккупировать только Карабах. Но он застрял у них в горле. Они поперхнулись Карабахом и задыхаются. Чтобы начать снова дышать, им нужно освободить дыхательные пути. Это произойдет либо с ихнего согласия, либо насильно. Обратите внимание, как армяне публикуют материалы, которые несут дезинформацию. Перед вами картина русского художника Василия Верещагина «Апофеоз войны», написанная в 1871 году. Она представляется армянскими фальсификаторами как очевидное доказательство геноцида армян. А это кадр из немого кино 1918 года, которую армяне также выдают за документальную фотографию геноцида армян в Османской империи. Таких армянских фальсификаций в интернете множество. А это кадры из Эчмиадзина. Обратите внимание, как армянские фальсификаторы замазали фрески древней албанской церкви и изменили название, которое по-армянски ничего не значит. Канал Ашот Ньюс 2 и дальше будет разоблачать гнусную деятельность фальсификаторов из Абрикосового царства.